Три человека пострадали при взрыве школьной котельной в Акмолинской области. ЧП произошло около часа дня в школе номер 3 поселка Аршалы. Травму получили трое кочегаров. Из них пришлось извлекать из-под завалов. Один из мужчин находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Двое других в хирургии. Они получили травмы средней степени тяжести. По данным акимата района, учащиеся школы не пострадали. На данный момент школьников перевели на онлайн-обучение. На месте идет ликвидация последствий взрыва. Работают специалисты местных органов, полицейские и пожарные.